Очистить аптеки от российских лекарств. Исполняющий обязанности министра здравоохранения предлагает запретить продажу лекарств, произведенных в Федерации. Не ударит ли это по украинским пациентам? Всегда ли есть чем заменить такие препараты? Выясняли наши корреспонденты. Эта история произошла 2 года назад в Запорожской области. 4-летнего Илью и его друга Максима поцарапала бешеная кошка. Мальчиков госпитализировали в райбольницу, чтобы ввести иммуноглобулин. Но оказалось, что сыворотки нет. Не нашли ее ни в соседних городах, ни в других областях. А поскольку вакцину нужно было ввести в течение 7 дней, родители повезли детей в Россию. Они сейчас в Белгороде, доехали там по Белгороду, люди едут в больницу. А вот еще одна история, прошлогодняя. На грани жизни и смерти оказалась 5-летняя девочка с диагнозом столбняк. Спасти малышку могла специальная сыворотка. Но ни в одном лечебном учреждении Днепропетровска и соседних областей ее не нашли. Распоряжение Кабинета министров 2014 года, в котором тоже запрещено за бюджетные деньги покупать все товары российского воробництва. На сегодня нету никаких ни российской, ни любой другой производителя данной сыворотки на территории нашего государства. Мы не можем ее купить. Если бы не волонтеры, неизвестно, чем бы все закончилось. Ведь Минздрав, как и в 2015-м, опять вовремя не провел тендеры и не закупил противостолбнячную сыворотку, как и против бешенства. Она тогда понадобилась 5 жителям Сумской области, которых покусал больной кот. Лекарства тогда тоже были вынуждены везти из России. Вакцину против столбняка Украина раньше ввозила только из России. Но теперь якобы договорились с другими странами. Однако ИО министра здравоохранения Ульяна Супрун обещает полностью запретить ввоз в Украину не только вакцин российского производства, но и лекарств. Перерегистрации или новой регистрации больше не будет, заявила она в интервью одному из интернет-изданий. И сообщила, что Минздрав уже готовит изменения в указ президента, чтобы под санкции попали все российские медпрепараты. Оголошується повна блокада Росії, то тоді це має місце. Якщо вона не оголошується, то це має бути рішення РНБО швидше за все. Сьогодні товари з Росії поставляються в Україну, і вони не заборонені до вжитку. Тому окремо її ініціатива виглядає щось несерйозно. Какими будут последствия запрета российских лекарств, говорить пока еще рано. Решение еще не принято. Впрочем, практика показала, даже разрешенные ранее не всегда закупали вовремя. И больным приходилось самим решать проблемы без помощи государства. Но, возможно, у Минздрава уже есть план, чем и как заменить запрещенные препараты, чтобы они всегда были в наличии и доступны по цене. Оксана Григорьева, Леонид Оборин, подробности, телеканал «Интер».